Капризная гордения. Секреты зимнего ухода. Гордения – одно из красивейших комнатных растений, но в то же время одно из капризных. Капризам этого цветка необходимо привыкнуть. Гордения не любит как перестановок, так и изменений в условиях содержания. Только стабильный и правильный уход – это гарантия цветения гордении. В зимний период растения требуют особого ухода. Большое значение для нормального роста и цветения имеет температура содержания. Она должна быть постоянной. Растение не любит резких колебаний температуры. Нельзя допускать и сквозняков. Лучше, если температура будет не ниже 16, но и не выше 22 градусов. Очень важна для нормального развития и влажность. Воздух должен быть постоянно влажным, даже зимой. В сухом воздухе вы никогда не дождетесь цветения. Поэтому следите за влажностью всеми известными вам способами. При опрыскивании кроны используйте только теплую отстойную воду. Полив в зимний период сокращаем до умеренного. Земля должна быть влажной, но не сырой. Поливаем теплой отстойной водой, можно использовать и кипяченую. Так как гордения любит кисленькое, раз в месяц добавьте 2-3 капли на литр воды лимонного сока или лимонной кислоты. В зимний период гордения не нуждается в подкормках, а вот освещение для светолюбивой гордении должно быть хорошее. В зимний период из-за недостатка освещения цветок может заболеть. Поэтому поставьте его на самое светлое место или используйте дополнительное освещение. Если вы будете придерживаться всех правил ухода за гордением, она порадует вас своим видом и цветением. Удачи вам! Если у вас есть сад или огород, или вам просто нравятся комнатные растения, подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете много нового и интересного.